Пак-пак-пак-пак-пак! Скибидик-пиздик! Гря-гря-гря-гря-скря! На, умойся! У меня полно бабла! Чуть 5 рублей не просрал. Ну-ка, тихо! Ищи, вдруг еще куда закатилось. Всем привет, с вами Фрост Флексер, и сегодня мы будем... Флексить в Симпсонах. Симпсоны. Но это не просто Симпсоны, это Симпсоны. Хоррор. Ставь лайк за Флекс и обязательно не забудь заварить чаю. Ставь лайк, пока у меня шея не сломалась. Сегодня мы с вами поиграем в игрушку, которая уже довольно давно записана у меня в блокноте. Куда я записываю всякие идеи для видео. Ну, как-то у меня руки не доходили. В общем, сейчас они дошли. Игрушка, я, как мне кажется, классная. Я специально старался особо не спойлерить себе, чтобы было интереснее играть. Называется она Eggs for Bart. Яйца для Барта. То есть мы за батю, за Гомера Симпсона будем собирать яйца для Барта. Тут два варианта. Либо он потерял яйца, он же скейтбордист, ну, на перилле зацепился, потерял яйца, Гомера должен ему принести. Но не просто принести. По-моему, он должен ему принести 30 штук, что ли, или 2 десятка. Я уже не помню, сколько, сейчас нам все расскажут. Тогда появляется второй вариант. Возможно, Барт бодибилдер, и ему нужно много белка. Такие пироги. Гомер, но не все так просто, понимаешь? Это же хоррор. Я только сейчас услышал, что на заднем фоне играет музыка из Симпсона. Она пропала. А нет, играет. Ты слышишь? Слышишь? Только на уши. Я думаю, только на уши слышно. Короче, у нас две части. В первой части мы играем за Гомера, а во второй посмотрим. Первая часть. New game. А, 24 яйца нужно. То есть, Гомера руки маленькие, там всего 3 пальца, они жирные, как сосиски. Он может удержать только 6 яиц в двух руках, понимаешь? И нам придется ходить каждый раз по 6 штучек носить. Но не только Гомеру нужны яйца, понимаешь? Ух, етить, воротить, вы что делаете? Сейчас все будет. I need you to go in and get eggs for Bart. Зачем, Барт? Мне нужно, чтобы ты зашел домой и достал мне яйца. А ты че? Сынок, нельзя яйца дома оставлять. Ты че, братан? Так. What the fuck? Кто здесь топает? У меня самый новый писк моды — это фонарь. Фонарь всегда модно. Где могут быть яйца? Может, у Барта в комнате или на кухне посмотреть? Чекаем яйца. Бой! Может, в духовке он их потерял? Где мог Барт оставить яйца? Наверное, в холодильнике. А хер ли он не открывается-то? А, нужно держать? Надо херачить! Ну что, одно яйцо. Красавчик. Нет, пусто что ли? Почему в холодильнике только одно яйцо? Кто переложил? Ну ёпта, насрал. Куда могли? Так, ну что, короче. What the fuck? What the fuck? Марш! Bring me eggs! Марш, на кой хер тебе мои яйца? Зачем тебе мои яйца, женщина? Почему Марш заебошила Гомера? Это странно. Братан, почему твоя мать хочет схватить меня за яйца? Почему она хочет схватить меня? Беги, сучка! Да в смысле, что такое? Мы сегодня не пройдем это. Нет, ну в смысле, что такое? Он бегает, ты посмотри. Он может ходить медленно, но он не может ни прыгать, ни бегать. И как я должен спасаться, мать твою? Барт, ёпту насрал! Типа, я должен ныкаться от нее. Окей. Окей. Ок. Она палит меня по фонарю или не палит?
Барт раскидал яйца свои по всему дому. Что такое? Свои потные яйца надо держать все, ну где их положено держать. Так, она на втором этаже, походу, ходит. Потом пойдет сюда. В камине? Серьезно, ты в камин мог положить яйца? Баклан ты, Барт. Блять, я слышу, как она ходит, но я не вижу ее. What the fuck? Bring me eggs. Блять! Блять! Беги! 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 Сучка, ты крашен, а? Не, ну ты понял вообще, а? Йоу, флекс! Флекс! Никто не может флексить, как я, ибо я не Гомер Симпсон. Bring me eggs. Я башка! Во имя флексов всех времен и народов. Ёб твою мать, пойду наверх. А тут-то где яйки? А тут прятаться даже негде, ты понял вообще, да? В туалете. Изи, конечно. Обронил, пока в туалет ходил. Что за сын у меня, а? Опа, оно так подсвечивается. Красава, красава, прием, красава. Я надеюсь, здесь, когда я 6 принесу, у меня будет типа сохраненка или чем-нибудь такое. Что-нибудь. Это его комната. Нет, я так тут шумлю, что меня тут возьмут за мои яйца скоро. Мне кажется, идет наверх. Я слышу ее. Bring me eggs. В смысле ты сюда зашла? Отдай мои яйца. Да нет у тебя яиц. Не распорядилась матушка природа, чтобы у тебя были яйца. Что ты охотишься за них? Ну не судьба, феминистка ты крашеная. У сына яйца отобрала. Ты прикинь вообще, а? Bring me eggs. Give me яйца. Нет, давай не сейчас. Ну не надо, держи, отстань. На, табуретка тебе в помощь. Да? Почему ты такая наспидованная? Почему ты, сука, такая быстрая, а? В смысле ты такая быстрая? Слышь, ты че такая быстрая, а? Не, ну я в шоке с нее просто. What the fuck? Нужно проследить ее мар... Спасите! Блять! Она меня видела. Куда она пошла? Наверх, что ли? А, так я вижу, где яйца. Вон они, не подсвечены нахер. Я только что... Мазафака. Они ж подсвечены. Я ж вижу, бля, они теперь неоновые яйца. Блядь, ты чё кругами ходишь? Марш! Марджери! Что ты себе... Да ёпта, блядь, две что ли? Серьёзно, я ж, блядь, видел только что. В смысле? Это я же видел, вы что же видели? Прикинь, я все нашел. Нету. Бля. Нет, они не светятся. Это просто типа, что проверить можно, видимо, светится. Она там все чекает. Тут ничего не открывается. В смысле тут ничего не открывается? Я ничего не вижу, я потерялся. Заблудшая душа Гомера. Так, ну мне нужно сейчас подождать, как она спустится с лестницы. Куда она пойдет проверить? Бля, ебать, ты спустилась! В смысле? Ты че такая быстрая, а? Ху**ся! Нет, ты видел вообще? Ну нахер. Отец. Ты с кем связываешься, женщина, а? Женщина, я не танцую вообще, ты поняла вообще? Хватит улыбаться. Я просто собираю для сына яйца. Чё ты докопался? Мне кажется, у нас с ней возникает легкое недопонимание. И она ходит реально туда-обратно, не понимаешь вообще, мне надо хотя бы одно. Гомер, беги, ёб твою мать! Легкое недопонимание у нас не возникает, небольшое такое,
нет ничего. Мне нужно успеть вернуться. Хоть что-нибудь. Гомер, сука, медленный. Майнкрафт тут какой-то запустил свой еще. Ноги тебе в рот просто. Я до этого собирал, у меня в каждом... Да неужели, бляха-муха. Надо по съебам давать отсюда. What the fuck? Почему я так медленно спускаюсь с этой грибаной лестницы? Где она? Сука. Показалось. Вот где она ходит, мать ее? Давай. Давай, курчавенький, давай. Я не знаю, как буду собирать остальные яйца, потому что я охерел собирать эти яйца. Это, сука, долго, это, сука, сложно. Блять, одного не хватает. Блять, она идет. Курчавенькая, родимая, идет. Сгоняем наверх пока. Там последняя комната, я в толчке только не чекнул. Должно быть здесь. Серьезно, я должен прям все собрать. Он в унитаз, ну зачем? Ну, логично, конечно. Левайс Хауса, Симпсоны, та-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 та! Дай 5, бра! Брайтер Шерри, йоу! Пресс Энни Кей. Но как могло быть иначе? Я байтс! What the fuck? А почему у меня мышка появилась? Это немного мешает, я вам скажу. Окей. What the fuck? Кто-то кого-то прирезал за яйца, понимаешь? Видимо, у всех в городе пропали яйца. Но я уже 6 нашел, там Мо лежит. Нет, это не Мо. А, блядь! Я и так его видел! Зачем такие звуки? Я ж пересрался, что ты... Что это? Что это было вообще? А? Раунд 2, пап. Мне нужно еще 18 яиц. Куда тебе столько? Эта яичница того не стоит, братан. Что будет здесь на этот раз? Вижу марш. Так, понял. Марш нашел. Главное, чтобы она меня не нашла. Сучка тощая. Ходит на диете, наверное. Злая, как тварь, наверное. Вот. Ребенок плачет. Типа, я пошел наверх, она пойдет проверять, что там с ребенком, да? Ну, иди, проверь. Давай. Я ни одного не нашел, ты понял, да? Все на втором этаже, ёпта. Гомер, кого ты породил, нахер? What the fuck? Может, нахер эту игру вообще? Кто разработчик? Дарин Глор Флегсер. Флебсер он. Братка, ты чё? Кончи. Я чё только что не лажанулся. Вот, чё это было? Что это было? Возможно, если я буду отключать... Ёб твою мать, да как ты здесь оказалась-то? Проверим. Да, она ушла куда-то. А там же нет ничего. Так, типа, Мэгги плачет. Я, типа, свет выключаю. И ничего не происходит. Да что такое? Я не понимаю! Что это такое? Что с этим делать? Хули она такая страшная?
Чё не так с этим миссией, с этой игрой? Барт, ёб твою мать! Ну что ты батю подписал? Это ж ты меня убиваешь, нет? Нет, это не она. Меня что-то другое убивает? Это что вообще нахер такое? What the fuck is this? Это непроходимая игра. Это Unreal. Что это? Как это проходится? Я не знаю. Да я не понимаю, что происходит, как это работает? Как? Ну ты... Я в тупике. Я не отдупляю, что мне с этим делать? Барк, ты сестра конченая, я тебе отвечаю. Жена тоже конченая, я тебе отвечаю. Мамка у тебя просто... Вообще рот ей в ноги, я тебе отвечаю, братан. То есть сын. Я тебе хоть, конечно, и отец, но мамка твоя, конечно. Тикаем нахер, блядь, городу. Она меня не видит в темноте. У, блядь. Я не знаю, что с ней делать. Можешь попробовать к ней сбегать в комнату. Типа, я такой заботливый батя. Мать у нее шкура вообще. Я такой батя пришел. Йоу, дочурка. Да, надо успокоить ее. Заткни хавальник, насоску пососи. Насоску утри. Блядь, на второй этаж бегать. Я байц не... Bring me eggs. Да иди ты нахер! Папаскудина! Папаскудина! Хлебать тебя в рот, здрасте, вообще! Ты видел вообще, что на происходит, вообще, Барт? Конченая у тебя семья, я тебе скажу, вообще. В семье не без красавца. Батю тебя отвечаю, молодец, вообще, красавчик. Ёб твою мать, ты чё сразу, типа, топаешь, что ли? Ну, блядь, завали свой хлебальник малолетний, алё. По съёбам давать отсюда нужно по-быстрому, а то марш даст просраться, мать её. Да ты чё, издеваешься, что ли? Ну, хватит ныть, ёпта! Захлопнись, я тебе говорю! Да где яйца? Нужно выходить аккуратно, типа. Все, блять, где я? Мать твою. Сам не понял, как я зашел. Да еб ты насрал! Еб ты насрал! Ты че? А, еще два. Еще два, и нужно валить отсюда. Еб твою мать, только не ори. Only eggs can sustain me. Ебанец, хэд насос тебя, хэдбэйтовый, сука! Это непроходимая хурма, это сколько на этой... Это как в балде, в оригинальном нужно дрочить просто... Это кто-то... А, это его сосед. Сосед должен собирать яйца. Видимо, Гомера до канала. Не, давай назад. Не, да, назад. Может, она вначале порет, потом успокоится? Нет? А ты хули меня палишь-то, а? Окей. Она идет сейчас по этой стороне, сейчас зайдет к нам. Да ёб ты насрал, ты чё, издеваешься, что ли? Соску, а? Я тебе сейчас на клей момент посажу соску. В твою соску забью ее и посажу. Ну давай быстро. Я ее даже не заметил. Я не понял, я стою вообще. Only eggs can sustain me. Bring me. I am your character. Какого хуя? Как эта сука крашеная палит меня? Твой и так брат без яиц останется, будешь так орать. Сколько у меня времени, пока меня не заебошь, мне интересно. Красава. Сука. У
Она уже идет сюда. Все, первый чекнула. Я не охереваю, все, как она палит меня. Короче, земля пухом, яйцам брата. Потому что, Барта, в смысле, это потому что, ну, вообще без вариантов. Я не знаю, тут ни один флекс не в силах не ему помочь просто, понимаете? Bring me eggs. Ты охуела? Bring me... Да как ты меня палишь, ты сука? Я стоял в темноте просто, яйца там елозил. Как ты это делаешь? Да, я понял лишь одно. Беспрестанное дрочево наш союзник, короче, все. Без этого вообще никуда. Зачем тебе яйца? Чтоб вас... Это ж грибана рамы. Заболей свое дуло, пока не продуло, алло. Ясно тебе? Посмотрим, успею ли я все здесь обшмонать, пока Марш, сука, не придет сюда. Что тебе надо? Что тебе, мое солнышко, надо? Что свет мой зеркальца? Подгузник грязный? Ну так смени его. Я батя, я не хочу вообще успокаивать ребенка. Я хочу лежать на диване, пить пивос и вообще это... И ходи в туалет иногда, вот, все. И телевизор смотреть. Нахер мне еще что-то делать вообще, а? Нужно по фасту сейчас все обшмонать, короче. Только бы она не заплакала, только бы не заплакала, сучка. Изи, блять, ты найдешь, сука, драная. Она там как раз чекает. Ну, конечно, да, конечно. Если фартанет, успей. Если не фартанет, ну, блядь. Разошлись с ней. Заходи куда-нибудь, я посъебывал. Все, отлично, отлично. Гомер, давай быстрее жопой передвигай свои, блядь. Еще два яйца нужно дыбать. Давай, 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 давай. Отлично, сука. Давай, если здесь есть, бегу. Блядь, тут нет. Надеюсь, она съебалась. Здрасте, я так давно ждал тебя. Ну вот не повезло, если бы тут было яйцо, я бы уже по съебам дал и все. И пиши, ищи меня, мне вообще плевать. Было близко, очень близко сейчас было. Нельзя сидеть здесь на жопе ровно, нужно бегать. Чтобы чего-то добиться, нужно, сука, суетиться, понимаешь? Закон жизни. Работает и в игре, и в жизни. Ах, ты ж сучка маленькая. Интересно, сколько у меня времени есть, чтобы ее успокоить, потому что, ну, это не дела нихера. Ладно, будем считать, что там не было яйца, потому что возвращаться туда у меня нету времени. У меня все строго по таймингам ограничено. Все, нет времени. Bring me eggs. Да ты иди нахер, как ты меня палишь, мазафака крашеная! Хэппи були, дули-дули, не продули. Слишком сложно. Та-та-та, тебя ждать стало слишком сложно. Молчать. Ты че, бездушная, ты животное, а не ребенок. Лестница, я слышу, да, лестница. Ты ж сучка, а? Я думаю, я все на монтаже уже порезал, но я задрался уже. Сколько раз? Если бы платили каждый раз, когда я пизжу яйца из дома. Чтобы я самым богатым на земле купил себе много бы яиц. Купил бы себе вообще курицу. Купи, Гомер, купи себе курицу. Хотя у тебя жена курица. И курица, видимо, плохо, раз яйца не несет. И Серч, Серч, быстро у меня все искать, быстро. Жирная ты жопа, как карандаш промеж булок не запустил, как ракету в космос. Зашла в комнату. Ходит по ней. Вышла. Идет по коридору. Зашла в комнату. Сука. Идет по коридору. Зашла в комнату.
Блять, Гомер, ну ёб твою мать, ты умеешь спускаться, сука, по лестнице, ты вообще человек или кто? Охеренно, красава. Красава, прием, 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 красава. Охеренно, братан. Она вниз сейчас. Ах, сука. Вниз спускается. Бежит папочка, папочка уже близко, папочка уже баю, баюшки, баю, не ложись на краю, а то обосла. С батей все жестко. Я сейчас тебе так на бочок тебя прокину, что ни один серенький волчок не захочет с тобой больше общаться. Потому что не захочет тяжеклохом оказаться. Батя, блядь, разрулит всю ситуацию. Сука, ты умеешь? Какой ты, он жирный, а? Где яйца? Все уже обчекал. Отлично, последняя. Последняя, последняя. Она пошла наверх. Съеб! Симпсоны! Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Фу! За упокой Гомера. Яйца ему пухом. Фу! Жестко. И еще два. Видимо, в этот раз появится кто? Лиза? Потом кто? Сосед мой? Это кто? Мо? Мо? Или не Мо? What the fuck? What the fuck is this? What the fuck? What the fuck? Чё ты там сказал? Ты чё там вякнул, призрак? Ты мне не хочешь что-то показать? Это призрак того ч... А, это, короче, ну, по-моему, это... Это не Мо, это Барри, или как там его зовут-то? Барри пьяный мясник вот этот. Барри, который всегда в баре, ну, вы поняли. Барри, который всегда в баре, пьяный, он ведет, мне хочет показать, короче, как его убили. Это его призрак, который валялся трупом про... Ясно, тут целая история, понял, да, понял? I'm sorry, мне жаль. Что тебе жаль, ублюдок? Что мне опять придется это делать? What? What the fuck? Лиза? Лиза! What the fuck? Мне кажется, если она до меня дойдет, будет не совсем приятно. Не совсем мне хорошо. Мне, я думаю, мне не понравится. Я не хочу проверять. Я, конечно, могу проверить ради вас, но знаете, что-то мне подсказывает, что... Ну, такое. Ну, там, блядь, она еще и сквозь двери ходит. Ах ты ж, бляха. Хорошо, что Лиза такая тормозная. Да чё ты орёшь? У тебя мать долбанулась, а ты-то куда? Ясно, гены. Вообще стоять не варим. Ой, она прям вообще тупая. Я, бать, я уже три нашел. Да дай посрать, чё ты, а? Чё ты светишь здесь? Блять! Так, я не понял, куда она зашла, по-моему, она вышла. Или зашла, или вышла. Ах ты ж кудрявый, а? Отлично! Давай быстрее, ты чё, меня тут сейчас убьют на твоей лестнице? Ёб твою мать, она просто ей похеру, она ходит просто через все. Отлично! Пожалуйста, дай мы сейчас просто все найдем идеально, чтобы было. Последнее, последнее! Это оно должно быть последним! Сука, я где-то что-то пропустил. Так близко, если б там было последнее яйцо, оно там и должно было быть. Я все проверил. Все до мелочей обшмонал. Но куда-то оно делать? В принципе, я понял стратегию. Тут воля случая, короче. Смысл этой игрушки в том, что ты дрочишь, пока тебе не повезет. Пока тебе не повезет, что удачно лягут карты. Тебе может повезти с первого раза, а может повезти с 30-го раза. Никто не гарантирует, что тебе вообще повезет. Но когда-нибудь, если ты будешь очень долго и упорно стараться, несмотря на все свои обсерыши, проходить дальше, в принципе, как бы, это проходимо. И даже не так уж и сложно.
кто будет дальше появляться. Ну, скорее всего, появится кто-то еще и будет рандом тоже какой-то, короче. Ну, вот Лиза, например, ну, она доебывает, конечно, но не то, что прям совсем. Ага, она уже идет. Я не вижу. Кома открыл что-то. Ну, Гомер, да ёпта! О, ну, конечно, лестница — это весело. Это, конечно, все хорошо, но главное вовремя остановиться, потому что у меня сейчас уже просто палец отвалится от нажимания этой постоянного кликания по этой буковке Е. Но у вас есть уникальная возможность поставить лайк, если мы наберем там, ну, хотя бы 40, 30, а лучше 50 тысяч лайков, то я запишу продолжение, где пройду... Я очень надеюсь, что я смогу пройти дальше. Возможно, с вами посмотрим соседа, возможно, там то же самое, а возможно, и нет. Ну и, конечно, не забывай подписаться на канал, нажать колокольчик, чтобы не пропустить видео, подписаться на меня в Инстаграме, пиши комментарии, что думаешь об этой игре. Может быть, у тебя есть стратегия, как лучше проходить эту игрушку. Будет тоже интересно почитать, или, может быть, ты напишешь, что не надо, не будем ее дальше проходить. Или наоборот, да, будем. Все в твоих руках, братан. Короче, пиши, всем удачи, всем пока.